Доброе время суток, ребята. Давненько меня не было на канале, больше 3 месяца уже. Старую камеру я мою уже продал. Я снимал на GoPro Hero 6 уже несколько месяцев, как не продал. В данный момент на Android я сейчас снимаю. Хочу приобрести какую-то более-менее такую нормальную экшен камеру и продолжать снимать видосы. Сейчас хочу я вам показать, ребята, мой новый спиннинг. Это Shimano Zodiac. Кстати, предыдущие мои модели от Crazy Fish и Favorite я уже продал. Вот такой вот, как говорится, полуторачастник. Так, вот такой вот, сантиметр на 35, рукоятка где-то C4+. Вот такая вот. Вот такая вот замечательная палочка. Она полностью, нигде она уже не сгибается, не укорачивается. Это не штекерная, это полуторачастник. Вот здесь только один у него держатель. Хорошо она держится, кстати, вот. Полностью входит. Крепится просто идеально. Палочка до 18 грамм, с 5 до 18 грамм подбирал чисто для щуки. Ну, кольца, конечно, Fuji, Alcatel. Fuji очень хорошего качества. Кольца практически полностью титановые. Вот у меня где-то здесь магнит был. Вот магнитик такой. Он вообще не берет. Здесь вообще почти грамма нету стали. Ну, конечно, ржаветь она не будет. У Zodiac есть еще модели чисто штекерные. Ну, классические. Уже где-то под 12 грамм и под 10 грамм. А в данной модели именно под 18 грамм я видел только такой вариант. Эту палку я брал у знакомого, поэтому сразу скажу, что она не новая. 3-4 балки она отработала у него. Потом он перешел на ультралайт и продал мне эту палку. Но она практически как новая. 3-4 балки — это вообще ничего. Он рыбачил на щуку, сказал, что она очень чувствительная, очень качественная, и порекомендовал мне ее. Я, конечно, как в руки ее взял, сразу влюбился в нее. Средняя стоимость $220-$250 на рынке. Не совсем бюджетная модель, но и не совсем дорогая. Мне она как раз, меня она устроила. Еще один спин, который я выписал из AliExpress. Это, кстати, лайтовский, не лайтовский, ультралайтовский, я бы сказал. Хочу вам показать. Вот такой спинник, кстати, он недорого стоил. Айц. Айк. Какой-то, не знаю, что-то. Какая-то неизвестная фирма. Но на вид он неплохой. Стоил где-то приблизительно $30. Кстати, две вершинки. Одна на ультралайт с 0,5 до 5 грамм. И вторая вот такая вот лайтовская, где-то до 10 грамм. Тоже на вид очень даже неплохой спиннинг. Я его обязательно протестирую уже в очень скором времени. Кстати, Fuji не Fuji, кольца такие вот плохие. Тоже, кстати, очень интересно. Не знаю, что за металл. Вот почему вот фаворитовские
Crazy Fish, спиннинги берутся на магнит. Они, кстати, и ржавеют. Вообще не берет. Какой-то идеальный нержавеющий сплав. Ну, C4 плюс, конечно, очень сильно радует. Просто великолепная палка. Погода у нас сейчас такая, плюс 12-10, то плюс 15, то 20 доходит, прыгает такой скачок. Я думаю, на окуня уже можно попробовать в больших, именно глубоких водоемах. Но на каналах уже давно щука идет, и даже в озере у нас уже она проснулась. Обязательно на днях уже я выйду, я думаю, где-то через неделю уже даже, может максимум через 10 дней выйдет вообще видео полное, обязательно, где я покажу работу этих замечательных палочек. Ну а на этом все. Всем пока, до скорых моих встреч.